Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Ерофеева Елена Георгиевна. Я ассистент стоматолога со стажем 20 лет. За эти 20 лет я работала с врачами разных специальностей, с терапевтами, ортопедами, хирургами, имплантологами. Каждый врач с уверенностью скажет, как важно работать на стоматологическом приеме 4 руки, особенно если это руки опытные. Опытный ассистент может сократить время приема, то есть время доктора, на 60-70%. Для того, чтобы научить медицинскую сестру всем тонкостям стоматологии, и она стала полноценным ассистентом, пройдет не один месяц и даже год. Необходимо освоить знания теоретические, наработать практические навыки. В учебном центре уже есть курс по обучению ассистента-стоматолога от А до Я. И вот мы подготовили для вас новый курс по обучению ассистентов с нуля. На этом курсе мы поговорим с вами о этике и методологии на приеме, о обязанностях ассистента. Проведем обзор инструментов, поговорим о том, как правильно подготовить инструменты, поговорим о стерилизации инструментов, о важности тщательной подготовки кабинета и важности тщательной подготовки к стоматологическому приему. На курсе разберем сложные случаи на приеме, поговорим о лечении детей, как правильно общаться с пациентом. На практической части разберем правила подачи инструментов, правила работы с пылесосом и слюноотсосом. Научимся правильно замешивать цементы и сливочные массы. По окончанию курса каждый ассистент получит сертификат и доброе наставление. Жду вас на нашем курсе по обучению ассистента-стоматолога с нуля. До встречи!